Не машина, а металлолом. После ДТП авто Максима больше не на ходу. Неделю назад гонщик на джипе проигнорировал знак «Стоп», снес машину Максима и скрылся с места аварии. У нас есть фотографии с видеорегистратора. Это джип «Вранглер» темно-красного цвета. Их очень мало в городе Барнауле. То есть машина редкая, поэтому мы надеемся, что поиски закончатся успешно. Какую сумму ущерб получился у вас? Предварительно где-то 150-200 тысяч рублей. Номер джипа на видеорегистраторе не различить, это сильно осложняет поиски. Максим искал через соцсети свидетелей аварии. Не нашел, зато нашел девушку, чей автомобиль в этот же день протаранил тот же джип. Только уже не на Просторной, а на перекрестке Попова-Семенова. Водитель, второй участник ДТП, скрылся с места происшествия. Я машину не видела, я просто почувствовала удар. И все. И когда уже вышла из машины, никого не было. ГИБДД у нас немножко бездействует. То есть и Максиму хотя бы позвонили, у него хотя бы видео с камер. Наблюдение смотрели у меня, у меня вообще никто не отзванивался. По словам Александры, водитель ехал быстро, причем на запрещающий сигнал светофора. В ГИБДД, в свою очередь, факт двойного ДТП подтверждают. Злоумышленника разыскивают. Правда, наказание за такое вредительство суровым не назовешь. Гонщику грозит лишение водительских прав от года до 1,5 лет, либо арест на 15 суток, плюс возмещение ущерба за порчу машин. А пока идут поиски, Максим, к примеру, продолжает ходить на работу пешком и мечтает об оперативной работе инспекторов. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.